перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Мне вещи. Я так рано освободился. Я типа не умею, ну, ничего делать, кроме ну, типа работать и нахуяриваться. И я такой, блин, я все отработал. В прямой идти эфир выйти. Типа, чё нет? Нормальный же рэп. Ой, пока никто ничего не пишет, он только какой-то пидор меня оскорбляет. Говорит, ты, блядь, карлик ебаный. Остальные просто здороваются. Хуй коня. Скра, па-па-па, тыщ-тыщ, как говорится. Как говорят у нас в рэпе. Пау-пау. Бум. У-у-у, у нас еще говорят. Ой, и вот так делают еще. Блять, чё? Зачем я начал... это срочная трансляция. По поводу того, что мне пизда как скучно. У меня сегодня какой-то тупой день. Я вроде сходил в офис, мы там обсудили там кое-что. Чё-то ещё. А потом я вечером... Я так рано освободился. Я типа не умею, ну, ничего делать, кроме, ну, типа, работать и нахуяриваться. И я такой, блин, я все отработал. В прямой идти эфир выйти. Типа, чё нет? Нормальный же рэп. Ой, пока никто ничего не пишет, он только какой-то пидор меня оскорбляет. Говорит, ты, блядь, карлик ебаный. Остальные просто здороваются. Хуй коня. 10 самое хуёвое телефонное устройство на планете. Вот мне говорят, ты пиздишь на iPhone. А, заработало. Так вот, я видел, как Янчик там со мной поздоровался. Янчик, привет. Кошмарный телефон просто. У меня постоянно на 10-м айфоне отваливается ебаный Wi-Fi. У меня забрали Samsung. Верните мне Samsung, я буду с ним ходить. Типа... Блять. Постоянно просто отваливается Wi-Fi. Типа, как минимум, просто, блять... Почему-то... Ладно, говно! А, все. Почему я зауважал Гуську и Стальный? Название. Хватит твой... Где альбом? Да я пишу его, блядь, мы пишем с Витей в процессе, пиздец, горячо. Время только сейчас появилось, делать все. Типа, выпустим, хули. Тут чисто творческий процесс. Мы поставили себе одни дедлайны, поняли, что не справляемся. Хули нам выкидывать то, что было? Нет, мы хотим сделать пиздатые песни, а не песни, чтобы выпустить песни. Переходи на Xiaomi. Спасибо вам за совет. Обязательно попробую. Пойдешь в следующий раз в сезон на реалити-шоу песни? Нахуя? Типа, здрасте. Можно мне это... У меня свой лейбл есть, но можно я на ваш лейбл пойду? Бля, мне очень не понравилось то, что... Ну, то есть, типа, я в Инстаграме у Тимати видел рэпер Терри. По-моему, это просто, блядь, не очень. Ладно, ну, ты во вкусах не спорят, но, по-моему, какая-то хуятина. И песня «Твоя мама говорит, что на-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 на». Если ее замедлить, она один в один просто песня Пост Малона. Типа, мне сегодня тип показывал, кореш. И я такой, ёбаный урод, кошмар какой. Я не найду это видео. Ну там же все прям по референсам, блядь, сделано. И чувак читает какую-то хуйню. Я просто такой,
Там девчонка прикольная была. Что еще? Ну, рэп там мне очень не понравился. Ну, типа, людям нравится, это главное. Типа, мне не понравилось. Почему у меня такие пухлые щеки? Это волосы. Так, что вы еще пишете? Как будет называться альбом? Я не... Я либо не знаю, либо не скажу. Не скажу, короче. Не знаю. Я думаю, что в последнюю очередь буду думать, блядь, про название, про обложку. Мне главное песню написать. Вот. Пиздец ты страшный. Вуди Муди. Я выебал тёлок в 17 лет больше, чем ты за свою жизнь. Пошёл нахуй. Вы вообще сделаешь. Пошел в жопу, лох. Я красивый, я секс, символ Ингушетии. Я, блядь, любая 12-летняя просто обоссытся, когда меня встретит. Че ты, пидорас? Пидорас, а кусок там, что-то меня вякаешь. Плох, саный, неудачник. Чмошник, блядь, нищиёб. Посмотри на этого красавчика. Вот, блядь, эталон красоты и секса. Хуй мой, видел какой? Красивый, такой, ну, типа, средненький, ну, типа, ближе к маленькому, конечно, но красивый пиздец. Просто, муа, а ты лох. ЧСВ. Ой, ты нахуй, я не ЧСВ, я охуенный. Ты слишком много ошибок делаешь в слове пиздатый красавчик. Ты хочешь задать вопрос Путину? А, нет. Не хотел бы. Будет ли клип на Game Over? Не знаю, но у меня есть задумка, типа... Бля, она очень сложная, чуваки, очень сложная. Наверное, пока не хочется. Ну, то есть, наверное, не знаю. Посмотрим. А, так. Запусти свой стендап. Будет пизжи Ларин. Не пизди на Ларина. Ларин мой брат. Ларин мой братишка. Он, мы с ним гэнг. Пум-пум. Кто на Ларина хоть что-то про слово плохое про Ларина скажет, я приду и, блядь, и ничего, конечно, не сделаю и не приду, но я буду, ну, типа, я обижусь, потому что Ларин нормальный пацан. Ханза Май сказал, что единственные нормальные пацаны, блогеры-рэперы, это вот я и Дмитрий Ларин. Наша группа, я не помню, как мы назвали с ним группу, ну, в общем, ждите хиты. Знаете что, я подумал, проводить время трансляции, так себе хуйня, да, вообще ни о чем, ну, типа, пустая трата времени, поэтому я пойду займусь чем-нибудь более интересным, например, возьму велосипед прокатный, и покатаюсь на нем, типа, уп-уп-уп, уперископ делать. А в прямом эфире мы с вами давайте попробуем увидеться в какие-нибудь из ближайших дней, пока обещать ничего не могу. У меня пизда какой график. Типа, вот сегодня выделся денек свободный, и я умираю, блядь, от скуки, я не могу не работать. У меня каждый день то записи, то что-то еще. Поэтому, но я хочу выйти в прямой эфир на своем втором канале и типа почитать письма, которые у меня тут лежат уже достаточно давно. Вот у меня есть некоторые, ну, ваши письма, типа.
Я их хотел бы зачитать, но мне просто интересно, что там. Как-нибудь замутим обязательно, я найду время, найду вечерочек, расскажу вам, типа, йоу-йоу, check this out, подтягивайтесь. А перед этим я, наверное, ну, короче, посмотрим. Я думаю, что это произойдет. Я обещать не буду сейчас, конечно. Ну, типа, ориентировочно, давайте сориентируемся на... Блять, возможно, четверг, если я не задержусь на съемке. Если нет, то может воскресенье. Посмотрим, чуваки, короче, ждите инфу. Янчик, ща я тебе позвоню. Вот, скибери-папам, всем хорошего вечера, йоу. Ложитесь спать пораньше, просыпайтесь и, блядь, начинайте свой день охуенно, чтобы все было классно. Все целую, обнимаю, а кого не целую, не обнимаю, того в рот ебал. А всех остальных целую и обнимаю. Пока.